Выставку «Малые города России» открыли в стенах Люберецкой картинной галереи. Экспозицию представили в двух залах. На вернисаже побывала наша съемочная группа. «Смотри картины и путешествуй» – таков девиз экспозиции. Художники из Подмосковья и столицы показали зрителям свое видение малых городов страны. Один из авторов – Владимир Засыпкин. На вернисаже художник представил несколько картин, написанных углем в графической технике. «Я попытался передать атмосферу старой Малаховки, которая уже уходит от нас и вряд ли мы когда-нибудь увидим. По старым фотографиям я попытался передать драматургию этих фотографий и немножко усилить ее для того, чтобы произвести впечатление на зрителя». На выставке представили живописные, графические, скульптурные и декоративно-прикладные произведения. Посмотреть на творческие работы приехал глава Люберец Владимир Ружицкий. «Формирование государства происходит на периферии, в каких-то отдаленных уголках, городах, селениях. И наша Московская область, она красивый, такой замечательный край, замечательная природа, самое главное, замечательные люди». В торжественной обстановке скульптору Александру Рожникову присвоили звание академика Международной академии культуры и искусства. «Глубочайшая благодарность моему родному городу, потому что художником я стал именно благодаря тому, что у нас есть прекрасный дворец культуры, и там в свое время была секция скульптуры, из которой я как бы вышел». Выставка открыта при поддержке Министерства культуры Московской области. Организаторы подчеркивают, важно рассказать обо всех исторических уголках страны. «Мы очень сожалеем, что в Москве, например, все меньше и меньше остается исторического центра, а в малых городах это пока сохраняется». «Нас очень быстро объединила эта тема. Я думаю, если выставка пойдет по России, она будет и других художников присоединять, конечно, к этому проекту». Прийти на экспозицию можно до 30 апреля включительно. Айташ Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.